Добрый день! Давайте сегодня приготовим пирог. Пирог будет с использованием универсального теста, рецепт которого уже есть у меня на канале. Пирог будет с начинкой из картофеля с тушеной капустой. Капуста у меня была квашеная. Я ее потушила на растительном масле с луком. Затем отварила картофель, растолкла его и соединила все. Также я сюда добавлю сверху, вначале буду выкладывать картофель с капустой, а сверху сыр. Сыр я потерла на терке, сыр абхазский. Тесто нежное-нежное. Я растяну хорошо тесто руками. Скалку применять не буду. Мукой не подпылила. Почему? Потому что в рецепте теста используется большое количество масла растительного. За счет этого оно не липнет. С ним очень приятно работать. Оно нежное. Просто шикарное тесто. Вот так вот я его растяну. На середине у меня тонко, а по краям потолще. Почему? Сейчас посмотрим. Я буду выкладывать начинку, а потом его типа осетинского пирога сощипывать. Это, конечно, не осетинский пирог, но принцип примерно такой. Теперь сюда сыр. И еще начинку. Начинки будет много, поэтому он будет сочный и вкусный. Где-то так. Выпекать буду в пиццемейкере. Теперь это все соберем. Вот такой красивый пирог, типа беляша, такой большой беляш. Выпекать буду в пиццемейкере прям сразу на коврике, на тефлоновом, на котором я пирог и делаю. Это очень удобно. Вот так. Вот такой красивый пирог. Можно его сверху смазать желтком, что я и сделаю буквально минут через 7-10. Я ему дам немножечко полежать. Пирог полежал 10 минут. Сейчас я его смажу. Я включила пиццемейкер, он разогревается. Вот так красиво смазывать домашним яйцом, вернее, желтком от домашнего яичка. Как апельсин. Вот такой красивый пирожок получается.
Сейчас я его помещу в пиццегриль. Вот так он располагается в пиццегриле. Теперь я закрываю, гриль нагрелся. И буду выпекать где-то минут 25-30. Вот такой пирог. Немножечко он подпекся, потому что достал до верха крышки. Но это не страшно.